Итак, господа, с вами Лайт, и сегодня мы узнаем, как Рю Хаябуса превратится в демона, почему это произойдет. И, наконец-то, Доку мертв или это только вопрос вопросов? Когда же Рю исполнит свою месть? Смотрите в этой серии. Так, ну погнали, заглянем в пирамиду Заркхана. Самое время, так сказать. Завалить адских стражей. Ну, по крайней мере, я очень на это надеюсь. Ну, давайте, ублюдки. Yes! Ну... Как ты выжил, как ты спасся, друг прелестный, бла-бла-бла. Чё тут, ключ? Фух, да, вот это был замес. О, сущность создания, змей. Так, а тут сейчас, кстати, надо пошляться. Вот, видите, вот и пирамида встала. Щичка встала, пирамида встала. Ладненько. Бывает в жизни огорчение, как говорится. Так. Плохие рыбки. Ой, в смысле, плохие эти мышки. Ниндзя дракона не боится этого самого коронавируса. О, нет. Добро пожаловать в адские глубины мира нежити. Ох, козлины, как я по тебе не скучал. Как два пальца. Иди сюда, ублюдок, мать твою. Так, все. Боже, храни до Белара, Рика. Такс. У нас есть ключ, и теперь мы все еще идем убивать Доку. Нифига. Кстати, не забывайте никогда оглядываться по сторонам. Всегда может лежать что-нибудь полезное. Или злобные мертвые рыбы-убийцы. Ай-яй-яй, плохая рыбка, плохая рыбка. Хотят сожрать бедного ниндзю, да? А то прочь. Видите, почему я их путал с летучими мышами? Что одни, что другие злобные твари. Главное двигаться, двигаться, двигаться. Здорово, товарищ. Что есть? Дневник Гена. Я прибыл в Вигур в поисках клинка темного дракона, возглавляя группу своих товарищей. Я успешно проник в имперский дворец, и я должен принять, что все мои товарищи были убиты, кроме Дай. Дая. Да, он определенно еще жив. Я уверен, что он торопится на встречу со мной в этот момент, с ключом к центру дворца в руках. Я должен объединиться с ним. Так... Настолько быстро, насколько смогу, а потом спланировать нашу атаку на императора.
Я не смог связаться с Даем, но это уже не важно. Его судьба будет, похоже, такой же. Гуф, пацаны. Ай-ай-ай, плохая рыбка, плохая рыбка. Злые рыбы, злые рыбы. Angry Fish. Я просто хочу стырить сундук. Спасибо. Так, все, уходим отсюда, господа. Полное ХП и чуть-чуть зелий. Плохие новости. Я нифига не помню, что будет дальше. Но тут должны появиться новые враги. Ага. Ключ льва нужен. Ух, 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 ух. Так, стоп, 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 стоп. Быстро оружие. Драные кошки. Плохая киса, плохая киса. Хочешь вискоса? Хрен тебе киса, а не вискоса. Ты была плохой кисой. Запомните, вот если вы заведете себе неко-кошку дома, то будет результат вот такой. Эта тварь будет вас мучить и так далее. Фух. Let me in. Ну, приветствую тебя, лорд высшей нежити Доку. Вот и настал черед нашей последней встречи. И хрена с два ты на этот раз в духа превратишься. Ты уже дух. А то, что ты дух... Стать еще духом не может. Давай. Черт. Хорошо быть прозрачным. Лапы свои убери, шакаль. Отпусти, 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 отпусти. Ну чё, голубой, до свидосики. Кручу, верчу, поиметь хочу. Будь ты проклят, стань же нежитью. Вот обидно, да? Хрен моржовый, я аж посинел. Эх, крайне неудачно, скажу я вам. Ну да ладно. Итак, дамы и господа, 17 глава осилена. Осиливали мы ее долго, но это того стоило. И поэтому мы пока закончим. Ждите 18 главы в самом скором времени.